Учителя в Великой Отечественной войне – это часть масштабного проекта «Большая история». Реальные истории реальных людей, настоящих героев. О героизме, любви к родине и патриотизме говорили на открытии выставок в Брянском государственном университете и Брянском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Сегодня, как и тогда, в годы Великой Отечественной, мы снова боремся с нацизмом. Президент страны сказал Владимир Владимирович Путин о том, что не допустим ошибок, совершенных в годы Великой Отечественной войны. Ведь Иосиф Виссарионович Сталин до последнего не верил, что будет война. Разведка докладывала ежедневно. 22 июня 41 года война начнется. Но Сталин, к сожалению, не внимал. В числе мобилизованных на специальную военную операцию брянцев оказался и спикер молодежного парламента Брянской области Ярослав Сердюк. Настрой боевой. Вот, так что там дальше видно будет. Посмотрим. Вот он пошел защищать нас с вами. Учителя, которые были совсем молодые, это было, нам кажется, очень давно. А на самом деле совсем-совсем недавно. Тоже защищали нашу государственность и тоже защищали наше государство. Специальная военная операция как раз таки не умереть за Россию, а выжить за Россию, чтобы Россия выжила. Я очень хотел бы, чтобы вы тоже так же мыслили этими категориями и в дальнейшем, как будущие учителя, доносили это до своих воспитанников и рабочих. Фотовыставки будут работать в РАНХИКС и Брянском госуниверситете до 9 октября. Организаторы «Молодежный парламент» при Государственной Думе, «Молодежный парламент» Брянской области надеются, что они будут интересны и студентам, и педагогам. Ольга Макушникова, Дмитрий Матеров. События. Брянск.